Здравствуйте. Сегодня я хочу поговорить о торжественной клятве дзюдоиста. Посвяти себя дзюдо и никогда не сходи с пути, без серьезных на то причин. Никогда не выдавай секреты школы непосвященным. И только в крайнем случае буду брать уроки где-либо в другом месте. Обещаю не давать уроки без разрешения моего учителя. Клянусь в течение всей моей жизни уважать заповеди дзюдоистов. Сейчас как ученик, а после как преподаватель, если я им стану. Заповеди дзюдоистам всего мира. Чти отца своего, старших и ветеранов. Не ври никогда и никому. Не хитри и будь честным, и твой сон будет спокойным. Длинный язык – враг твой. Умей молчать, молчание – золото. Никогда не спрашивай, сколько соперников и какие они. Уважай противников, тогда они будут уважать тебя. Тяжело в учении, легко в бою. Голова нужна, чтобы думать. Думать и быть человеком. У каждого должна быть цель, иначе ты ничего не добьешься. Есть три основных принципа дзюдо. Первый. Стремись к совершенству. Второй. Умей уступить, чтобы выиграть. Научись добиваться лучшего при небольших усилиях. Дигар Кано считал эти принципы искусством жизни. Желаю всем успеха. И помните, выходите на татами с чистыми помыслами. Вместе! Мир! Сила!